такой есть феномен. Все люди, чем дальше, все больше ездят из страны в страну. А страны, как сейчас говорят, ну, порой жизни примерно становятся одинаковыми. А зачем они ездят? Потому что чем они разнятся? В первую очередь, архитектуре. Есть такие понятия, которые общеизвестны, но очень трудно сформулируемы. Но в то же время любому школьнику сказать, вот петербургская архитектура, псковская архитектура, новгородская архитектура. И он, не зная, может быть, истории, наверняка отличит одну архитектуру от другой архитектуры. Вот знаете, в прошлом году защищали дипломники в таком замечательном институте, Сурикском институте, который готовит художников, они готовят архитекторов. И там были очень интересные дипломы. Диплом гостиницы очень характерный в Таллине и диплом такой туристической гостиницы в Переславле-Залесском. Я вот, когда он защищался, я спрашиваю студентку, а почему вы там такой цвет применили, здесь такой цвет? Она говорит, а это же Таллин, а это Переславль. Почему, он не знает. Но любой человек знает, поэтому, собственно, его заставляет передвигаться по месту из одного города в другой город. И в то же время вот эта, казалось бы, простая вещь, это является, собственно, самым, наверное, одним из самых главных составляющих архитектуры, узнаваемости архитектуры. Мы говорим, архитектура